Нечистая на руку аптекарь стала фигурантом новых уголовных дел. Камчатские следователи подозревают главу Мильковской районной аптеки в совершении двух уголовных преступлений. По версии следствия, подозреваемая, являясь руководителем одной из муниципальных аптек села Мильково, использовав свои служебные положения директора, самостоятельно увеличила размер своей заработной платы в 2004-2015 годах, в результате чего в течение 2 лет злоумышленница лично получала из кассы денежные средства в виде излишне выплаченной заработной платы в размере более 700 тысяч рублей, которая обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению. В ведомстве напомнили, что ранее эта женщина уже стала фигурантом уголовного дела за хищение в прошлом году более 65 тысяч рублей материальной помощи. Расследование продолжается.